Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка. Описание аудиокниги. Людмила Петрановская, российский психолог, педагог и публицист. Автор бестселлеров «Если с ребенком трудно, селф-мама». Лайфхаки для работающей мамы, в класс пришел приемный ребенок, дитя двух семей, а также популярной серии книги «Что делать, если…». «Все мы родом из детства», писал один известный французский писатель и летчик. Однако, прежде чем достичь самостоятельности, мы едва ли можем обойтись без взрослых. В своей книге «Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка» Людмила Петрановская, основываясь на научной теории привязанности, легко и доступно рассказывает о роли родителей на пути к взрослению, как зависимость и беспомощность превращаются в зрелость, как наша любовь и забота год за годом формируют в ребенке тайную опору, на которой, как на стержне, держится его личность. Прочитав эту книгу, вы не только сможете увидеть, что на самом деле стоит за детскими капризами, избалованностью, агрессией, вредным характером, но и понять, чем помочь своему ребенку, чтобы он рос и развивался, не тратя силы на борьбу за вашу любовь. Книга «Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка» будет полезна родителям, педагогам и психологам. Полностью прослушать книгу вы можете абсолютно бесплатно в нашем телеграм-канале. Ссылка на книгу в комментариях.